вдруг себя вообразила черепахой. И, наверное, все-таки будем убирать вот эту вот поилку. Потому что вот такая картина происходит. Она под нее залазит и сидит там. Вот целый день она сегодня сидит, даже не вылазила оттуда. Будем ставить поменьше. Есть уже кое-какие идеи. И будем их скоро воплощать в жизнь. И вам, конечно же, покажемся. Так, сегодня уже 9 число, 9 декабря. Клёпа хочет освободить сестру из заключения. Замочку ползет. Достали. Первый раз сегодня, кстати, взяли змеек, покормили мы их, получается, 3 числа вечером. И вот сегодня днем достали змей. Тут Аня немного уже убрала у клепки. Она водичку поменяла. И она уже такая, мне кажется, что она поела. Ой, стой, клепа. Еще погулять надо. Давай поползай тут. Не спеши. Вот она, клепушечка наша. Тоже хорошая уже змейка. Такая у нее расцветка. Интересно, так, Лёпа, себе домой, что ли, хочешь? Но она линять не собирается. Видите, еще пузо светлое достаточно. Сама она такая тоже не особо темная. Хорошая. Змейка приятная на ощупь, чешуйки, все в порядке. Вот такая красота. И у Лилухи все-таки хотели забрать вот эту поилку. Сидит она под ней. Как-то совсем неинтересно, не снимая, не поснимаешь ее. Она даже вчера, честно говоря, не заползала в свой любимый уголок под корягу, не прогревалась. Она воду переливает, если чуть больше налить. Купаться они не купаются в поилках, я не видел особой. Клепка тоже не любитель. И так что сейчас будем забирать, сейчас покажу, как она там находится. А, вчера, кстати, ложился спать, она вот к цветочку к этому переползла чуть-чуть. Мордой своей. Ну, я ее не стал снимать. Уже было поздновато. Так, сейчас заберем поилку. Поможешь, Анюта? Иди ее помой. Вот она лежит. Красота. Так, Лилуха, ты у нас покушала тоже от души просто. И тебя тоже сейчас мы возьмем. На ручечки. Ну, вот она. Змеюка. Так, сейчас покажу. Вот она какая змеюка. Она, как помните, съела больше, чем нужно даже. 200 грамм. И смотрите, вот, ох, как сжимает, приятно, вообще класс. О, такой прям, знаете, как крепкое мужское рукопожатие. Обалденно. Мне вот нравится, что они так прям. Они всем своим телом, у них это как одна рука большая, помогают как могут. И они отлично им управляют. Вот, смотрите, расцветка. Ну, шикарно, блестит, только полиняла. Просто красотуля. Так, сейчас ее пустим поползать. Надо ползать змейкам. О, сейчас покажу. Ну, она уже все, не толстая, да, вот видно. Если помните, смотрели вот видео крайнее по кормлению, когда они поели Лилуху, прям разнесло тут нормально. Крысенок здоровый, и у нее уже вот все это в хвост уходит потихонечку. Вот здесь я вижу утолщение. Смещается все к хвосту. Но скоро будет, наверное, как-то у нас Лилуха. Огромная уже. Ну, да, там нам писали в комментариях 3 метра. Я тоже хочу 3 метра, конечно, но пока еще не 3 метра. Но тоже уже гораздо приятнее вот с такой змейкой общаться. Покупали их, были такие червячки, голова больше туловища, глаза выпученные, интересные. А сейчас уже такая прям матерая становится змея. Ну, она с самого детства показывала свой характер. Клепка такая тоже с детства была клепкой, блин. Такой, знаете, спокойный, такой дурехой. А Лилуха, если что-то не нравится, шипит вовсю. Кстати, сейчас даже уже меньше шипит. Но все равно такая матерая. Матерая. Если что-то не нравится, может цапнуть. Старается. Вернули пока что обратно мы ей эту поилочку. Здесь сейчас у нас кое-какие еще идеи есть. Я уже рассказывал. Но пока что не воплотили их в жизнь. Как еще организовать пространство террариума. Смотрите, какие-то геометрические фигуры выкладываются. Телами. Они так любят делать удавчики. Могут и сердце вам выложить под настроение. Так, ну что, кто первый пойдет? Давай, Лилуха, наверное, тебя возьму.
Оп. Эй, что это за подстава? Посмотрите, Лилуха без клепки никуда уходить не хочет. Клёпа, пошли со мной. Все, идем. Два раза больше зато. Да. Хоп, Лилуха сажает клепку в террариум. Смотрите быстрее. Лилуха сажает клепку в террариум. Блин, забавно, смотри. Смотрите. И тут сразу же Лилуха еще лезет. О, все, все разобрались быстрее. Все автономно. Так, 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 так. По моим кустам. Тихо, 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 тихо. Давай вот в эту сторону. Нет, 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 нет. Она что-то любит лезть. Да что ж такое-то? Соскучилась по кустам. Все, все заползают. Морковный хвостик тоже вот он. Заползает. Оп. Смотрите, как Лилуха интересно зависла. Она только недавно прогревалась, потом поползла он к поилочке попить. И на корягу залезла, и в таком вот положении интересно. Она, скорее всего, спит, потому что она даже не обращает на нас внимания. А что хочется по питону сказать. Он вчера ночью, когда я отключился, перестал снимать, он вылазил, только я выключил свет, он вылез, поползал здесь. И как бы, ну, все нормально было. Сегодня он тоже морду показывал, с ним все в порядке. На самом деле, так мы и не поняли, все-таки срыгнул он, крысенка, или нет. Потому что я не видел Аниных видео, которые она снимала после того, как я ушел. Там, оказывается, питон долго кусал этого крысенка, то есть облизывал. И он на видео уже видно, вы уже посмотрели, то, что он всего его облизал своими, обслюнявил слюнями. И возможно, возможно, мы предполагаем, что он все-таки его даже и не ел, то есть не заглатывал. Но есть второй вариант, что он его все-таки проглотил и выплюнул. Потому что, ну, непонятно. Еще непонятно, почему крысенок весь такой гладкий. Если бы он выплевывал, то, мне кажется, он бы это, ну, был зъерошен. Я не знаю, правда, я не видел, как змеи выплевывают пищу. Такого еще видеть не приходилось, надеюсь, и не придется. Вот, так что непонятно, сейчас Ваня что-нибудь расскажет, насколько это опасно, насколько не опасно, если все-таки вот такое случится, и почему это могло случиться. И почему питон все-таки не съел этого крысенка. О, посмотрите, кстати, вот пока мы болтаем, он здесь высунул свою мордочку, вот он. Что ты, жучара, почему ты не поел вчера? Почему тебе крысенок-то не понравился? Расскажешь нам? Такое ощущение, что Рики нас услышал, действительно. Вылез, так знаете, послушать, о чем мы тут болтаем. Прикольно получилось. Так, все-таки расскажи, почему не съел? Все, ты, то есть, закончил болтать? Я хочу что-то сказать. Извините. Что хочу сказать по этому поводу? Тут, как Денис сказал, есть два варианта. Либо он обслюнявил, просто что-то ему не понравилось в этом крысенке, может быть, он был какой-то несвежий, и после разморозки это все вскрылось, то есть ему не понравился запах, вкус, разные причины могут быть, либо он это все срыгнул, выплюнул. Тут тоже не стоит особо паниковать, потому что если это и произошло, то буквально в течение нескольких часов после того, как он съел эту пищу. И опять же, причина может быть в том, что качество крысенка было не очень удовлетворительным, и он был какой-то несвежий. Вот, так что, в принципе, паниковать не стоит. Я считаю, что с нашим питоном ничего такого страшного не случилось. Он просто выплюнул ненужную ему пищу, непригодную для переваривания. И через недельку мы покормим его снова, наверное, живым кормовым объектом. Вот, ну, решим еще за эту неделю. А сейчас просто оставим его в покое, даже на ручки постараемся не брать, чтобы он как-то стресс этот пережил. Да, собой. В принципе, стресс особо, вот я, честно говоря, ничего не заметил, он вылазил, нормально ползал. Да, он был довольно быстрый. Дня 2-3 вот не будем беспокоить, даже ничего не меняли ему, вот пусть стоит, как есть. Тем более, вот он, я его даже не открывал, кокос, он сам перемещает, как, знаете, как этот краб какой-то, отшельник ползает, да. У него он кокос с собой таскает, вот так, куда ему хочется. Так что не будем паниковать, все нормально, выплюнул, если он даже его съел. Аня ушла на работу 7:30, я пришел уже там во сколько, в начале 11, минут 15, я не помню точно. Ну,
Съел 2 часа, я максимум у него побыл в желудке, ничего еще не успел произойти. И ничего страшного не случилось. Тем более у питонов нет таких проблем, как у удавов, например. И даже у удавов обычно, если он выплевывает в начале корм, то или это качество корма несоответствующее, или же все-таки у змейки какой-то стресс, из-за стресса она выплюнула. Да. Вот. Либо вы ее там потрогали, как-то. Возможно, да. Не понравилось ей. Так что, ну, паниковать в таком случае не стоит, и кормить сразу же на следующий день не стоит. Просто выбрасываем кормовой объект, крысу, не понравился на питону, выбрасываем или удаву, и оставляем змейку на недельку, лучше в покое, да. И потом пробуем дать еще разочек. Вот и на самом деле мы хотим дождаться, пока он выползет, начнет активно ползать, как он делал до этого. То есть видно, что было, что он проголодался. И вот после этого момента как раз ему уже предложить корм. Ну что ж, вот он наш Рики, он тут уже активно ползает вовсю. Все с ним в порядке. Здоров, все хорошо. И будем его уже скоро кормить. Пару дней, наверное, все-таки еще пускай. Проголодается, поактивничает тут, поползает тут. Давно мы его не видели таким. Ночь с воскресенья на понедельник. Вот такие дела у змеек. Они уже готовятся покушать, завтра их будем кормить. И вот наш петух, он уже тут вообще с ума сошел. Требует, смотрите, как рыщет. Уже очень активный, очень хочет кушать. Будем пробовать кормить теперь завтра вместе с удавами его. Ну что ж, вот и подошло время покормить наших змеек. Сегодня будем кормить их всех вместе, троих, потому что питон в прошлый раз не поел, это была среда, сегодня понедельник, 18 число, сколько там, 5 дней прошло. Не кормили мы его сразу, по понятным причинам. Вот. И сейчас будем кормить, как раз удавы будут есть и питоха, посмотрим. Мы надеемся, что пройдет все нормально и питон в этот раз поест. Сейчас в первую очередь нужно будет у них поменять воду и уклепки, она того, что там насорила. Поменяем также у питона и тогда приступим. Вот сколько съели в прошлый раз клепка и лилуха. 3-11 это Аня ошиблась, 3-12 они ели и сегодня 18 число, 15 дней получается ровно. Сейчас покажу, сколько питон. Питон у нас ничего не ел, все правильно, пролинял он 12 числа и все. Сейчас будем кормить. Так, клепка, по-моему, уже запах чувствует. Вот лилуха. Тоже готовится, ждет. Давай ей отдадим. О, проснулась. А то спала. Смотрите, как резко. Оп, есть. И питошке осталось нашему дать. Он сидит тоже. Вот и малыш наш схватил. Надеемся, что поест. Он очень проголодался. И выманить его было несложно из домика. Ну что, вот клепка вроде схватила своего, начинает есть. И лилуха тоже начинает уже есть. Все в порядке. Сейчас посмотрим питона. Питон пока что-то отполз. Опять что-то ему не нравится, наверное, не знаю. Посмотрим сейчас. Питон начал с ноги. Странный какой-то. Смотрите, с ноги начал. О, интересно, зачем? Питошка, Рики, не с той стороны, ты что делаешь? Смотрите, уже напрягся, красная голова опять. Он хочет норку либо затащить. Похоже на то. Смотрите, искупал крысенка уже наш питон. Опять какая-то ерунда. Возможно, в прошлый раз то же самое и происходило. Какие-то проблемы с кормлением, с его. Все время он как-то неправильно ест. Прямо удава вообще нет проблем, вот они едят. Нежно. Лилуха там потихонечку свою крыску и клепку тут внизу свою тоже. А с этим какая-то беда прям. Вот он отцепился, по-моему, полностью. Отцепляется, наверное. Все, выплюнул. Полностью крысенка утопил. Мне кажется, в тот раз то же самое было. Вот он опять точно в таком же состоянии, мокрый. А вот клепка. Ну, пока нормально все заходит у нее. Но еще много. Смотри, Женя, вот у нее тоже красная голова, как ты показывал. Надеюсь, на фотоаппарате видно. Ну, она вообще морковная вся. Примерно в этом же месте, вот как ты и показывал фотки свои. Точно так же красненькая. О, у нас есть, кстати, фотки, где она вообще прям красная-прекрасная.
Лелуха у нас чемпион по поеданию крыс. Уже заканчивает, можно сказать, он на финишной прямой. Питон все так же чего-то ищет непонятное. Утопил крысенка. А питон вообще спать, по-моему, лег. Ну вот смотрите, я его примерно в таком состоянии в прошлый раз достал. И мне кажется, что он точно так же его искупал и просто не стал есть. Кстати, температура в квартире по вот этому градуснику. Вот он лежит у нас даже не на термоковрике, просто 29,7. Лелуха поела и полезла греться на термоковрик. Но клепки осталась попка. Я думаю, сейчас справится. Немножечко осталось. Ну что, вот и клепка наша доедает, все нормально, зашло. Рассчитываем, что у нее все переварится хорошенько, и никаких проблем не будет. Конечно, большевод немного крысенок. В прошлый раз лелуха 200 съела, ей вообще незаметно зашло. Все нормально, удавы поели, теперь им покой надо обеспечить, 5 дней не трогаем, как обычно. Так, лелуха уже там свернулась в теплом уголке, сидела она в холодном, когда мы ее начали кормить, и питон. Питон пока не ест, опять с ним проблемы, ну что, может быть сейчас. Не хочет что-то, опять ему не нравится, не знаю, что с ним делать. Так, ну что ж, еще одна попытка накормить нашу питошку. Промыл я ему только что полностью контейнер, чтобы запахи убрать все. И постелили заново пеленку. Сейчас будем пробовать давать крысенка. И теперь мы немножечко разогрели крысенка и его чуть-чуть еще поднадрезали. Попробуем так дать. Ой, что-то он непонятное творит, смотрите. Это у него обнимашки. Обнимашки. Смотрите, обнял и лежит рядом, как игрушку, друга любимого. И опять начинает есть с хвоста. Да что ж такое? Ну вот, вроде схватил. Попытки, наверное, с 20-й. Он опять пробовал ногу есть. Сейчас посмотрим, может быть, пойдет. Немножко проблемные эти, конечно, змеи, питоны. В плане вот кормежки. Питоха старается, вроде дело пошло. Должен доесть сейчас. Ну, вроде бы доедает. Все в порядке. Давай, Рики. И отнесем тебя уже в покой, оставим наконец-таки. Ты уже нас немножечко, если честно, заставил понервничать. Голубоглазый наш. Чудесный друг. Вроде поел. Сейчас протолкнет подальше, опустится. Я ему поставлю кокос обратно и отнесу его уже. Смотрите, он вздыбился. Интересно. Дрищ наш. Это наш дрищик. Он действительно худоват. Но для самца нормально. Давно не ел, получается. Линька уже прошла. Уже прошло одно кормление, не кормили. Не поел в прошлый раз. И вот сейчас все-таки накормили. Вроде бы все в порядке. Так, возвращаем ему кокос аккуратно. Дом его на место. Все. Так, сейчас я его прикрою, отнесу на место и поставлю уже поилочку потом. Вон он полез как раз в домик. Аккуратненько уносим. Так, и сейчас установим сюда поилку ему обратно. Что-то он это засмущался, не пролазит. О, он не пролазит в кокос практически уже, смотрите. Толстенький какой стал. Все, надеюсь, он для 3-4 теперь будет отдыхать в кокосе. Аккуратненько закрываем. Ну что, надеюсь, теперь будет все в порядке. И змейки отлично переварят корм. Удавов берем на 5-6 день, не раньше. Много раз объясняли, почему. Если что, зададите вопрос в комментариях, еще раз расскажем. Питона уже можно брать через 3 суток на 4 после кормления. То есть сегодня понедельник, вторник, среда, четверг.
В четверг к вечеру уже можно его взять на ручки будет. В завершение видео, что хотел сказать. Я тут себе на листочке немножко выписал пару моментов. Первое. По нашему питону, по Рике, удалось нам его покормить, как вы уже заметили. И что мы сделали? Мы в итоге, он точно так же не хотел есть, искупал, но это все видели в видео. Надрезали крысенка, разогрели его предварительно, и надрез сделали возле головы, да, небольшой, и все. И он поел. Сегодня 23 число, суббота, даже уже, по-моему, 24, потому что записываем 5 ночью. Пришли из кино, смотрели фильм «Елки» новые. Вот. Все, с Рики все в порядке. И что еще хотел сказать? Почему? Долго не выходили на связь, я неделю эту проболел, и поэтому не удалось записать видео, которое обещал еще на стриме про питанию. И немножечко из тренировки, по-моему, еще обещал заснять. Если получится, я это сделаю. Но по питанию запишу обязательно, и оно будет, наверное, вот на следующей неделе на этой. Я все-таки в понедельник планирую уже пойти в спортзал, потому что чувствую себя неплохо. И вот эту неделю, последнюю неделю этого года, скажем так, хорошенько позаниматься, и постараюсь записать это видео, чем питаюсь, рассказать, потому что некоторым из вас это было интересно, вы писали на стриме. Так, что еще по поводу кормления после покупки змеи, вот, потому что многие пишут в комментариях, многие пишут сообщения ВКонтакте, я не знаю, мы это видео уже много раз говорили, то что купили как змею, она к вам приехала, дайте ей немножечко обвыкнуться, адаптироваться, пусть она к новому месту жительства, скажем так, своему привыкнет, обитание контейнеру или куда-то в маленький террариум мы ее посадили, если маленькая змея. Дайте ей обвыкнуться хотя бы неделю, пусть неделю посидит, поползает и ничего не ест, правильно? Да. Потом только кормить. Я просто читаю комментарии, опять спрашиваю. Мы ее там через 2-3 дня покормим или покормили уже, но не кормить вот так рано ее змею, с ней ничего не случится. Ты согласна? Да. Есть что добавить? Нет. Вот так. Много, кстати, вы пишете и ВКонтакте мне пишете о том, что посмотрели видео наши, покупайте змеек. Мы, конечно, очень рады, что наши видео помогают все-таки популяризировать, скажем так, террариумистику тех же самых змей, питонов, удавов в качестве домашних питомцев. Какие, мы рассказываем, какие они, в принципе, неплохие питомцы, совершенно не страшные, безобидные достаточно, и они действительно подходят в качестве домашних питомцев. И уже многие из вас покупают, и надеемся, что вы будете осознанно это делать и будете любить ваших питомцев, и они будут вам приносить только положительные эмоции. Вот так. И еще хотел сказать, конечно же, не дарите питомцев на Новый год, особенно вот у меня на страничке ВКонтакте была ссылка. Не дарите собак, потому что год собаки, никому не дарите таких подарков, особенно что эти подарки, особенно если эти подарки будут неожиданными. Если человек уже готов, как бы, то да. А если неожиданно, не дарите. То же самое касается рептилий, все любых животных. Потому что человек, она может быть на самом деле человеку, которому вы дарите такой подарок, он, может быть, и не нужен вовсе. Тогда придется думать, куда его девать. И многие те же самые собаки остаются просто на улицу, выкидываются. Ладно, все, уже и так много опять наболтал. Будем, наверное, прощаться, да? Да. Ну, говорим заученную фразу. Не забывайте. Я еще кашляю, извините. Болею. Кстати, что-то так тяжеловато подзаболел. Ну хорошо, что не на самый Новый год, а то у меня, я любитель заболеть прямо на самый Новый год. Все, рука уже устает держать фотоаппарат в одном положении. Давай, прощаемся. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Если видео нравится, делитесь обязательно с друзьями. Будем вам очень признательны. И что, на этом все. Пока.